Труженица и замечательный человек Екатерина Соколова 4 сентября отметила потрясающий юбилей – 90 лет. Поздравить жительницу Славянки с такой знаменательной датой пришли глава поселения, представители Совета ветеранов и другие гости. По доброй традиции у нас славянки никогда не забывают поздравлять пожилых людей с круглой датой. Глава поселения и члены Совета ветеранов уже спешат к Екатерине Соколовой для того, чтобы поздравить ее с 90-летием. Сказать слова благодарности, пожелать бесконечного здоровья и долголетия. И, конечно же, вручить цветы и подарки. И подарок, который вас согреет, хотя у нас уже зима теплая. Спасибо, спасибо вам. Вам огромное спасибо. Любим вас. Здоровья, долгих лет. И задача – столетие. Да. У вас впереди есть программа. Екатерину Соколову славянки знают как энергичную, добрую и заботливую женщину. А еще она очень любит сочинять и читать стихи. И, конечно же, на свой юбилей она прочитала одно из самых любимых гостями стихотворений. Видал долго внучку дед, что такое интернет. Как идут в коробку эту новости со всей планеты. Долго книжку он листал и по клавишам стучал. И включал, и выключал, потихонечку мычал. Удивлялся, восхищался, наконец-то разобрался. И теперь вперед внучат, поиграть выходит в чат. Бабушка ночами спит, дед в наушниках сидит. Слушает он классиков, может, одноклассников. Утром новости все знает и бабулю просвещает. Вот какой вот у нас дед. Очень любит интернет. Не обошлось в этот день и без воспоминаний. За 90 лет у Екатерины Ивановны их накопилось множество, начиная от военного детства. Как будучи 12-летней девочкой, она пошла работать на завод, где изготавливала ящики под боевые снаряды. Как тяжело было в то время с едой и одеждой. Но сегодня все это только воспоминания. Ведь сейчас она живет и радуется жизни, воспитывает любимых внуков и правнуков. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.